Самый детский праздник в мире – это, несомненно, День защиты детей, который проводится в первый день лета, 1 июня. В этот день взрослые всего мира стараются осуществить мечты подрастающего поколения. Принести детям радость старались и в Камрате. Сегодня для самых юных жителей примария города совместно с детским домом творчества подготовила концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов. Кроме этого, учащиеся творческих кружков представили на выставке свои работы, над которыми упорно трудились долгое время. Наши дети с декоративно-прикладного отдела, декоративно-прикладного искусства, подготовили работы к 1 июня. Они работали весь год над этими работами. И, естественно, работ было гораздо больше, но мы выставили самые лучшие работы. Я сделала красную обезьянку. Она сделана из ткани. Я заполнила ее ватой, сделала глазки из бусинок и поставила такой шарфик. Она получилась у меня разноцветная, потому что это был год огненной обезьяны, и я ее сделала на удачу. Пинетки мы вязали, сумочки. Заниматься значит отвлекаться от какого-то ненужного или, например, от компьютера, от телевизора. Чем-то себя завлечь, чтобы руки чуть-чуть развивались. 1 июня – это у меня праздник эмоций детский, потому что дети могут развлекаться, играть. Каждый ребенок праздник отмечает по-своему. С моими друзьями собираемся во дворе и празднуем. Соберусь, наверное, с родственниками, с друзьями. Да, иду с друзьями и играю на площадке. Я обычно с мамой иду к Леле, там у них в магазине праздник, там всем детям раздают подарки. Пойти с друзьями погулять где-то в парке. Купить всякие сладости, подарки. Несмотря на то, что ребята всегда находят способ повеселиться, у них есть идея о том, как можно отдохнуть еще интереснее не только в кругу семьи, но и в городе. Хотел бы, чтобы проводились конкурсы хорошие, интересные. Например, кто быстрее соберет пазлы? Чтобы, например, на площади на соревнования какие-то были. Например, вот чтобы приходили клоуны всякие. Развлечения. Взрослые также отмечают необходимость того, чтобы организация праздника была на более высоком уровне для создания удобства детям. Это очень мало, наверное, очень маленький и очень такой как скромный праздник, тем более для столицы нашей автономии. Я вот сейчас здесь стою, вот наблюдаю, и я даже не представляю, как сегодня, как вот эти вот дети, вот я не знаю, кому пришло в голову этот праздник делать здесь на улице без сцены. Почему? Потому что сейчас вот дети стали в кружочек, остальные дети, которые походят, им практически ничего не видно. Я не знаю, кто организовывает праздник, я думаю, что власти города, скорее всего. Они должны оставить сегодня все проблемы, которые есть в городе, уделить больше внимания нашим детям, нашему подрастающему поколению. Почему? Потому что дети – это наша радость. В этот прекрасный день взрослые и дети оставили подрастающему поколению самые искренние пожелания. Здоровья, любви и всего самого наилучшего. Чтобы всегда были, росли хорошими, отличниками, чтобы у них были всегда преданные и лучшие друзья. Чтобы все их мечты сбылись и чтобы все были счастливы в этот день. Я пожелаю всем детям сегодня радости, веселья, чтобы не огорчались и всего самого лучшего. Я желаю всем детям страны, чтобы они всегда были счастливы и всегда были здоровы. Здоровья в первую очередь, удачи во всем, хороших летних каникулов. Самое главное, чтобы дети были здоровы, чтобы над нами было голубое чистое небо, чтобы не было войны и чтобы они радовались жизни. В этот день хотелось бы пожелать всем нашим деткам, чтобы они всегда были такими веселыми, радостными, прекрасными, красивыми, чтобы радовали нас, родителей, бабушек, дедушек, чтобы и на земле, чтобы был мир. Пусть исполняются мечты у каждого ребенка. Побольше света, теплоты и смех звучит пусть громко. Пускай будут любимы все дети в целом свете, а жизнь неповторимой и лучшей на планете. Дорогие дети, телекомпания ТВ поздравляет всех вас с праздником и желает исполнения ваших самых заветных желаний.